Люди забыли, что такое пульт управления от телевизора, говорят представители компании Mail.ru Group Уфа. А рынок интернет-рекламы практически догнал уровень телевизионный. Но как правильно действовать на просторах Рунета, чтобы реклама не просто была, а работала, знают немногие. Очень много или похожих позиций, или позиций, которые уже, к которым люди привыкли, на которые они либо не реагируют, либо плохо реагируют. Наша же задача сделать так, чтобы рекламная кампания наших клиентов была максимально эффективной. И мы стараемся каждый раз креатив делать какой-то очень такой нестандартный, либо же предлагать нестандартные решения по размещению рекламы. 96% пользователей интернета сидят в социальных сетях. Для рекламодателей это лакомый кусочек для продвижения своего продукта. Но вот куда податься и каким именно социальным сетям обратиться? Очень часто именно в этот момент совершаются ошибки. И мой вопрос в зал. Кто есть в сети Одноклассников? 3-4 руки. Кто находится в Фейсбуке? Примерно ползала, кто ВКонтакте, но чуть больше. Я говорю, покажите экран. Ровно другая картина получилась. То есть были первые Одноклассники, вторые были чуть ниже ВКонтакте, и третьи в Фейсбуке. Еще один тренд, о котором шла речь на Digital Дне, это мобайл. По прогнозам специалистов, в ближайшее время показатели относительно этого направления достигнут 100%. То есть каждый человек, пользующийся интернетом, будет это делать с помощью мобильного телефона. В целом мобильная аудитория – это очень недооцененный формат, потому что чаще всего выбирают либо кроссплатформенные, либо десктопные решения. А мы все-таки говорим о том, что у нас мобильный рынок, он растет даже опережающими темпами, чем весь интернет. Mail.ru Group – крупнейшая IT-компания в России по интернет-аудитории в сети и по потреблению видеоконтента. Почти 20-летний опыт на этом рынке дает право на прогнозы. И, по их мнению, будущее за интернетом, нестандартными решениями и мобильной рекламой. Анастасия Худик, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.